Итак, начинаем. Давайте проверим звук сначала. С вами Иван Никитин. Поставьте плюсик, как меня слышно. Ага, спасибо. Давайте сразу перейдем к знакомству. Напишите, пожалуйста, единичку те, кто меня знает, и нолик те, кто в первый раз. Те, кто пока еще не знаком со мной. Ага, почти все знакомы. Сейчас я давайте загружу презентацию, буквально пару минуточек, даже пару секундочек. Кто был на моем прошлом вебинаре, сейчас будет знакомая презентация, но не пугайтесь, материал я все равно буду давать по ходу, кое-что другое будет. Поэтому те, кто даже был, вы все равно услышите нечто новое. Давайте так, моя задача сегодня разложить по полочкам вообще, из чего состоит визуализация, и убрать некий уровень такого страха, что ли, перед программой 3D Max. Просто так, громко, да, микрофон? Сейчас потише сделаю. Так нормально сейчас? Получше должно быть. Есть что говорите, если микрофон он будет хрипеть. Меня просто иногда по голосу заносят, то высоко, то наоборот низко, поэтому бывает. Если что, пишите. Моя задача сегодня по полочкам разложить, структурировать ту информацию, которая должна у вас быть в голове, и чтобы не было вот этого какого-то страха, боязни перед 3D Max. Потому что многие новички и не новички тоже. Особенно часто от профессионалов слышу, что ой, 3D Max такая сложная программа, ее невозможно быстро изучить. Вот, я думаю, многие из вас с этим встречались. У кого, напишите плюсик-минус, у кого ну, есть или был страх перед освоением программы, что она такая большая, сложная. У кого такое было, поставьте плюс, пожалуйста. Вот, у кого-то плюс, у кого-то минус. Кто поставил минус, напишите, как вы изучали программу. Сами, либо с помощью каких-то тренингов, курсов, наставничества. У кого как было,
курсы, родная справка, сам чуток почитал книгу, сам. Ну вот, видите, по-разному было. Но все равно часто очень многие говорят и пишут о том, что программа сложная, что тяжело в ней освоиться, особенно те, кто до этого не имел дела с другими программами, с никакими. Поэтому хотелось бы закрыть этот вопрос, чтобы страха этого не было. Программа, ну, она действительно, да, она большая, в ней есть огромное количество возможностей, но не все они вам нужны для того, чтобы работать. Давайте так, чтобы мне сейчас представить, у кого какой уровень, ну, на кого ориентировать это выступление, вебинар, напишите вот свой уровень. Новичок с нуля, либо средний, либо профессионал, ну, как-то себя охарактеризуйте, свой уровень навыков. 0,05, бок Макса. Новичок, средний-средний, 3,5 из 5, средний-средний-средний, вообще 0. По какой шкале? Да по любой, главное, чтобы понятно было. Новичок, 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 очень новичок, профи, ближе к профи, новичок. Проблемы только в визе, хороший, средний, новичок, средний, троечка, печальный. Ну вот, у всех разный. Я постараюсь дать информацию, ну, и тем, и другим, но профессионалы, сразу говорю, есть такая группа людей, особенно это часто у таких заядлых профи, которые все типа знают, пришли послушать и потом в конце сказать, что «а, фигня, вебинар, ничего нового не узнал» и так далее. Ну вот, если будете видеть таких людей, не пугайтесь, это нормально, надо как-то выражаться, самовыражаться, ну, поэтому это в порядке вещей, всегда такие люди есть. Профессионалам, ну, говорю сразу, не обижайтесь, если я вас буду жестоко ставить на место. Вопросы задавать, да, можно будет, конечно же. И в конце я дам время на то, чтобы поотвечать на вопросы именно на ваши. Но по ходу тоже можете задавать. Я периодически буду заглядывать в чат и, ну, как бы с вами работать. Какого-то конкретного, вот прям четкого прям плана на 100% у меня сегодня нет. Я даже презентацию подготовил с предыдущего, как бы, выступление своего, просто чтобы с вами познакомиться, о себе рассказать, о том, что я делаю, то, чем могу помочь, в принципе, и на ваши вопросы ответить, кое-какие последние наблюдения вам передать, пересказать. Вот. Для того, чтобы получить максимум результата, каждый раз это говорю, пожалуйста, выключите телефоны, все, что вас отвлекает, скайпы, асти там и так далее. И можете взять ручку с листочком бумаги, чтобы записывать. Какой план выступления? Сначала о себе, потом по проектам покажу кратко, чем мы занимаемся, что мы делали, какие цены, буквально в двух словах. И вообще, зачем повышать уровень, зачем структурировать свои знания, из чего состоит визуализация качественная. И как удержать клиента, то, о чем я в последнее время часто упоминаю, на мой взгляд, это очень важно, потому что сейчас я набираю себе людей в команду и работаю с разными исполнителями, начиная там от программистов и дизайнеров, веб-дизайнеров именно, и заканчивая до директологов, маркетологов и кучи других профессий. И у всех одна и та же самая проблема. Не умеют, то есть делают вроде качественный результат, но не умеют ставить, не умеют работать с клиентом, не умеют ставить задачу для себя, ставить план для ее выполнения. И получается, что ты как заказчик постоянно дергаешь исполнителя и спрашиваешь у него, ну когда там, ну что там дальше, ну какой этап следующий. И это реально напрягает. Хочется найти человека, который тебе сам под ключ все сделает и скажет, когда и что будет готово, и покажет промежуточные этапы. Вот это сервис, вот за это хочется платить деньги, поэтому, когда вы будете работать или уже работаете с заказчиками, то обращайте на это, пожалуйста, внимание. Хочется, чтобы у вас, ну, не было проблем такого плана. Так, привет с опозданием, вам доброй ночи. Доброй ночи, Александр. Чувак, если честно, ты сам-то скайп с Аськой выключил? Ое, он. Я не знаю, к кому ты сейчас обращаешься. Вы сейчас обращаетесь. Если это мой адрес, то я тебя сейчас просто заблокирую, чтобы на тебя потом не отвлекаться. Окей? Сейчас я найду тебя в списке. Я не приемлю такое общение. Директивное. Один минутка.
И это будет предупреждением ко всем остальным. А, сам улетел. Ну все, окей. Поехали. Тогда сразу к делу. Вот так я выгляжу для тех, кто меня еще не видел. У меня студия визуализации сейчас. Сайт там, ну, на сайте каша, честно скажу. Мы сейчас настроили немножко по-другому свою работу. У нас были постоянные клиенты раньше, то есть мы с ними работали, стратегия была другая. Сейчас мы начинаем привлекать новых. И поэтому сайт переделался, он такой в полурабочем состоянии сейчас. И продаем мы не через сайт, мы продаем через лендинг сейчас. Другая немножко технология. Кто был у меня на вебинаре по лендингам, ну, те знают. Всего проектов более 300 в сфере дизайна и визуализации. Опыт работы с 2006 года, то есть порядка 7 лет уже, это именно заработка. Ну и 1000 учеников по России и СНГ, свои методики обучения и автор двух книг. Сколько вам лет? Ну, сколько я в 3D, можете посчитать. Более 7 я зарабатываю, начал обучение с 2003 года свое. Мне лет 25 недавно исполнилось, в марте. Я пока еще молод. Хотя, смотря как посмотреть. Яхта ваша какой длины? Нет, яхты у меня своей нет. У меня была когда-то была такая задумка ее купить. Это мы в прошлом году ездили на обучение яхтингу с моим партнером, с Алексеем. Получили сертификат международного образца. Вот этой осенью собираемся снова покататься. Прикольная тема на самом деле. Мы с собой даже из наших подписчиков брали два человека, ну, тоже обучались вместе. Можно вместо отеля просто бронировать яхту и потом ехать всей семьей либо друзьями кататься, ну, без проблем вообще по любым странам, где есть, в принципе, возможность поставить якорь, либо ну, в марину пришвартоваться. Сколько стоит? Ну, это отдельная тема. Это вот к Алексею, пожалуйста, можете писать по стоимости. Он сейчас директор, руководитель яхтенной школы. Он вам может все подробно рассказать. Или он, или его менеджеры. Сейчас речь не об этом. Вот то, что мы делали. То есть это примерно, не знаю даже какая часть, 6 проектов. Очень маленькая часть, в общем. 1/50 примерно. Выполняли разные проекты. И интерьеры, в основном это интерьеры у нас. И ландшафты, и дома, архитектура. Поле пшеницы, это я ученикам на своем тренинге объяснял, как работает плагин мультискатор. Мы разбирали на как раз ландшафтном вот этом курсе. Когда делали траву и прочие такие элементы, когда их много-много, вот этот плагин мы предоставляли полностью лицензию всем участникам тренинга, давали бонусом сцены, вот эти все колоски, там кучу моделей. В общем, там бонусов было больше в два раза, чем стоит тренинг по стоимости. Вот, ради примера просто тоже сделал. Если говорить по ценам, то, в принципе, цены какие сейчас на рынке. Вот визуализация гостиной, например, у нее площадь порядка 35 квадратных метров. Такие проекты стоят около 14 тысяч рублей. То есть по 400 рублей метр, вот вам выходит цена. А если брать, ну, то есть это одна комната в квартире, вся квартира нами была сделана примерно за 2 недели, там цена порядка 80 тысяч была. Вот то же самое, визуализация квартиры 27 тысяч рублей, то есть здесь 60 квадратных метров, тоже примерно по 400 рублей. Ну, арифметика простая. На одно помещение уходит 2-3 дня в среднем по рынку, ну, плюс-минус там корректировки бывают еще. Опять же, зависит от того, насколько срочный проект. Если проект срочный, то можно некоторые промежуточные этапы просто выкинуть, чтобы не тратить на них время. Если проект, ну, такой не сильно горящий, то обычно делаются еще промежуточные согласования, чтобы, ну, оградить себя от лишней потери времени. Например, если вы сделали полностью финальный рендер, потратили на него настройку время, на рендер время потратили, а потом выясняется, что там модель тумбы оказывается не такая, какая была в ТЗ, или там что-то неправильно сделали. Поэтому, если есть время у заказчика, то можно делать промежуточные варианты, например, в белом цвете по всем моделям.
То есть вы собрали коробку интерьера, наполнили мебелью, сделали белый рендер без материалов, просто со светом, согласовали это все и потом двигайтесь дальше уже. Фига себе, у вас ценники, я на пятерку за метр квадратный договориться не всегда могу, хотя вес у меня не самый плохой. Ну, это зависит от того, как вы это делаете. Цена по Москве, ну, мы работаем не по Москве, мы по миру работаем. То есть у нас удаленно полностью вся работа строится, поэтому мы не привязываемся географически никак, никуда. Вот. Вот результат моих учеников. Это те тренинги, которые мы проводили. Это все сделано что-то за 10 дней, что-то за месяц. То есть это разный уровень. Но, в принципе, то есть это к тому вопросу, что возможно быстро научиться. Я сейчас не буду долго на этом акцентировать внимание. То есть, ну, кто захочет, можете отзывы почитать. Там на сайте у нас много информации. Конкурсы мы проводим среди финалистов. В статьях вы это найдете, если захотите. Сейчас просто пробегусь, чтобы не сильно много времени отнимать, пробегусь по конкретным людям, по лицам. Вот Марат Батырдинов проходил тренинг эффектной визуализации интерьеров, который вот у нас с 8 июля следующий поток стартует. Добился вот таких результатов, ну, не совсем с нулевого уровня, но близкого к нулевому у него был. И вот что получилось. Это за месяц обучения и такой вот результат. Дневной вид слева, ночной вид справа. Дальше Владимир Пашков вот делал, из каталога нашел в интернете лобби-бар, как он там назывался, Октопус, по-моему. Сделал прям по фотографиям, почти вот идентично получилось. Такие же ракурсы подобрал, все то же самое. Слева вверху ночной вид, остальные дневные. Это тоже за месяц обучения. Далее, вот примеры за 12 дней, базовый тренинг, который только-только закончился. В мае проводил я его. Это справа фотография внизу, все остальное визуализация. То есть девочка с нуля вообще пришла и научилась. Там, кстати, подруга ее в комментариях, если захотите, найдете на сайте у нас в статьях, там есть конкурс среди финалистов, участников вот этого тренинга. Там подруга вот Анны как раз писала, что я как подруга видела, как она вкладывается очень сильно в этот тренинг, и что прям загорелась очень сильно этой темой, и вот благодаря этому у нее получилось, по сути. То есть прям даже люди со стороны отмечали вот это рвение, сильное очень желание получить результаты. И когда это видишь, то, ну, результат он неизбежен, просто не может не получиться. Как раз тот случай. Автокад это может? Нет. Автокад, ну, в автокаде есть создание 3D-моделей, но визуализацию вы в нем сделать такую не сможете. А со Стасом Вареховым вы в конкурентах или дружных отношениях? Ну, когда-то были в дружных, сейчас мы конкуренты. Но это не моя инициатива, как бы. Мне абсолютно все равно, в принципе, кто что делает. Но вот моим конкурентам почему-то на нас не наплевать, и они всячески нам мешают. Но не об этом сейчас. Знаю, где есть вполне толковые. Да, по моделингу. Моделинг – это, ну, не основная задача визуализации. Это такая самая недорогая часть визуализации, моделинг. Поэтому я не рекомендую сильно на нем внимание заострять. То есть вы должны уметь моделить, знать базовые вещи, уметь переделать какой-то предмет и уметь создать предмет с нуля, если он не сложный. То есть все остальное лучше либо покупать, либо брать в готовых сборниках. Они есть платные, есть бесплатные. Есть сейчас большое количество моделей в открытом доступе там. Поэтому с этим проблем, в общем-то, нет, не возникает. А если клиенту надо конкретные модели, например, ванну, стол и стул? Да, обычно так и бывает, но смотрите, сейчас очень много мебели есть в готовых сборниках. И, как правило, вся мебель, она похожа. То есть не обязательно заказчику иметь 100% идентичность. Вы просто подбираете похожее, даже если нужна точность 100%, вы берете похожую ванну, например, и меняете ее с помощью модификаторов, либо полимоделинга. Вот это я на базовом курсе объясняю. Кстати, вот кто хочет базовый курс, с 3 по 6 июля я проведу 4 занятия бесплатно для тех, кто внесет предоплату на продвинутый курс.
То есть, ну, просто предоплату 2000 вносите и участвуете в этом курсе бесплатно, в базовом. Там я по-другому структурировал систему обучения и за 4 дня выдам вообще все, чтобы вы подготовились сразу к продвинутому уровню. Продвинутый стоит 18 900, минимальный комплект с онлайн-участием, с поддержкой, кое-какие бонусы даже туда включены. Но это месячный курс, то есть он того стоит, поверьте. Это профессия. Сейчас давайте я расскажу вот эту базовую часть, и потом сможете в конце позадавать вопросы про курсы, про все остальное. Сейчас не хочу сильно отвлекаться. Вот, Нелидова Елена, вообще очень интересный случай, она первый раз открыла программу на курсе, то есть она даже ее устанавливать даже не умела, она ни разу не открывала, не видела даже, как она выглядит, но ей всегда тяготило вот именно к дизайну интерьеров, к созданию вот этих картинок вкусных, и она хочет сменить сферу деятельности, она вообще в таможне работает, то есть, ну, уже несколько лет у нее по профессии это образование, и уже лет 5 она, по-моему, в этой сфере работает. Тут решила сменить деятельность, появилось свободное время, она записалась на курс. И с нуля вообще сделала такие, ну, результаты классные. Я был, честно, удивлен. Ну, и вообще вот этот поток тренинга, он был такой массовый, там было 80 человек. Ну, то есть купили 80 человек, участвовали порядка 60. Остальные в записи решили потом пройти. Вот. И очень высокий показатель результативности, там под 65%, ну, финалистов было. И плюс ко всему еще все результаты получили очень крутые. Мне прям понравился тренинг, понравились результаты, очень классно, молодцы ребята. Вот, тоже хороший пример к тому, что можно сделать при желании. При желании, ну и при, как бы, как сказать-то, при правильной компании вокруг тебя, таких же коллег, как и ты, и при правильном подходе к обучению, при правильной системе. Ну, ни для кого не открою тайну, наверное, хотя есть новички, что в первую очередь, что такое... Так, сейчас я поменяю здесь цвет, чтобы вы могли видеть мой курсор. Ёлки-палки. Ладно, пусть будет серый. Первое, что это у нас? Создание моделей, либо подбор готовых. Причем я рекомендую... готовых. То есть я рекомендую брать готовые модели, чтобы не тратить на это сильно много времени. Либо изменять. Дальше это создание материалов. То есть вы создаете коробку интерьера в первом пункте, наполняете все мебелью, вставляете окна, двери, потолок, пол, стены. И потом создаете материалы, накладываете текстуры. Это тоже важный пункт, без этого никуда. Потом настройка освещения идет по плану. Мы настраиваем свет из окна, если у нас день. Если ночь, мы включаем интерьерное освещение и делаем подсветку неба, то есть такой синеватый свет из окна, когда у нас сумерки, либо вечер. И дальше устанавливаем камеры. Вот этот пункт, кстати, про камеры очень многие недооценивают. То есть почему... Ну, вообще, на самом деле, тут все важное. Смотрите, какую я для себя вывел штуку. Что большинство времени уделяют моделингу, материалам и свету. Почему-то настройкам камер, настройкам рендера и вот особенно обработке Photoshop многие это как-то не то что игнорируют, но даже если делают, делают это не, ну, не с серьезным подходом, что ли. И поэтому вот от этих параметров тоже очень многое зависит. Я советую на них обратить пристальное внимание, если у вас есть трудности с визуализацией, с получением хорошего результата, то обратите внимание в первую очередь вот сюда. Кстати, напишите, у кого какие трудности сейчас. Ну, вот, из этих пунктов у кого что не получается. Напишите в чате. Реалистичность освещения. Никаких. Если никаких, то отлично. Настройте рендера, цена, качество. Настройте освещение, настройка V-Ray, освещение. Рендер, свет камеры, у меня освещение. Так, 3.6, это вот эти последние как раз, наверное. Свет, материал, камеры и настройте рендера. То есть почти всего.
обработка Photoshop, камеры. С классической мебелью проблемы и свет. Объясните клиенту, в каком виде подавать информацию, чтобы работа шла быстро. Вот, это продвинутый такой уровень уже. Работа с клиентом. Так, успел прочитать. Свет и камеры, скорость работы. Самое это визуализация. Мне кажется, свет и камеры надо параллельно настраивать. Да, вот совершенно верно, Андрей, пишите. Сейчас я про это как раз хочу рассказать. На самом деле здесь надо все параллельно настраивать, потому что оно все связано очень сильно. Вот, плюс скорость, материал. Да, смотрите, примерно одинаково пишите, да. Основные проблемы, ну, вообще, дам такой трюк. Многие заморачиваются по поводу моделинга. На самом деле это не главное. То есть, ну, модели, они играют роль, но в пределах, там, не знаю, процентов 20, может быть, от общего результата. Все остальное – это правильные материалы, львиная доля, и правильное освещение. Но освещение, оно работает в комплексе вместе с камерами. То есть, если освещение вы настроили правильно, сделали все настройки, все как положено расставили, но у вас при этом не настроена камера, как должно быть, то ничего хорошего не получится. То есть, это как вот если бы вы снимали очень классный интерьер в каком-то дорогом пентхаусе на старый мобильный телефон. То есть, получилось бы не очень. И то же самое здесь. То есть, если с камерами беда, то вряд ли что-то хорошее получится. Так, сейчас одну секундочку. Да, вот модели можно заказать как раз тем, кто изучает моделинг, это тоже верно, ну и, в общем-то, не проблема их взять готовые, поменять под себя, если нужно. Вот, что я имею в виду, когда говорю, что все взаимосвязано? То есть, например, ставите вы источник света, какой-нибудь там, ну, рассмотрим сначала дневную схему освещения, когда у нас есть VRAY Sky, VRAY Sun плюс Skylight порталы. Все знают связку эту? То есть VRAY Sky плюс сам, плюс портал. Все используют, я надеюсь. То есть это основа дневного освещения. Вот без этих трех штуковин, ну, никак. Вот если не знаете, ну, надо изучить. То есть вы ставите VRAY солнце, VRAY Sun. К нему автоматически создается небо. В карту окружения падает. Все настройки солнца передаются настройкам неба. То есть, если вы что-то меняете в солнце, то небо подстраивается под солнце. Положение солнца, от этого меняется, ну, как бы яркость неба, цвет меняется, небо и так далее. Интенсивность, если вы солнце меняете, то меняется интенсивность неба тоже. А скайлайт-порталы – это такая штука, которая ставится в окна. То есть, если мы посмотрим на стену изнутри, вот у вас есть стеночка, здесь есть окно в этой стене. Ну, то есть здесь вот интерьер у нас идет. Если вы посмотрим изнутри, то Skylight портал — это просто источник света VRAY Light, который прямоугольной формы, и он ставится прямо вот в, ну, по форме окна, по размерам примерно. Вот так вот он располагается и светит внутрь помещения. То есть этот некий такой туннель получается, через который свет из улицы заходит как раз в помещение, который пропускает свет от неба в интерьер. То есть, ну, то, что вы ставите солнце, это просто пятно на полу. Вот солнце светит, например, оно где-то здесь стоит и светит во все стороны, да, получается, вот направленный свет от него. Мы видим, что солнце проходит через окно, и на полу у нас получается вот такой вот источник света. Есть такое яркое пятнышко. Все остальное освещение, которое мы видим в интерьере, это делает как раз VRAY Sky. То есть это дает тот свет заполняющий, который попадает в интерьер. Чтобы он попал у нас, ну,
чтобы он туда правильно, беспрепятственно заходил, нам нужен как раз SQLite-портал. SQLite-портал мы ставим именно в, как бы, ну, в помещении внутри. Ребят, не кидайте ссылки, пожалуйста, отвлекает очень сильно. Сейчас буду банить иначе. Вот, с этим понятно, вот по этой связке. То есть это кратенько я вам рассказал, но вы можете попробовать. У них у каждого есть свои параметры, но, в принципе, по умолчанию там вы уже какой-то результат получите. Поставьте плюсик, если понятно. И это нужно просто попробовать. А вот, когда мы это все настраиваем, то есть у нас есть параметры у SQLite портала, ну там, в принципе, только SubDiv, качество само. Рекомендую вам побольше их ставить, там порядка 30, чтобы пятен не было различных. Есть параметры у солнца и есть параметры у нас у камер. То есть вот эти параметры, они все связаны. Если, например, у вас солнце яркое, ну я думаю, вы все видели. Портал — это просто VRay Light, да. VRay Light, но у него там галочка должна стоять, чтобы он стал порталом. Видели наверняка засвеченные окна, засвеченный фон за окном, такие ядерные прям засветы, что вообще ничего не видно. Вот, кто знает такую проблему, ну, напишите «да». Я думаю, все видели. То есть вот это на фотографии оно так и будет. То есть если вы сфотографируете интерьер, то скорее всего на солнце будет засвет, если за окном солнечно, то будет засвет. Но визуализация — это недопустимо, поэтому мы этот эффект стараемся на картинке сгладить. Как это делают фотографы при фотографировании интерьера, когда либо свет дополнительный ставят очень мощный в интерьере, либо делают HDR-съемку и потом выравнивают по экспозиции засветы, вот эти убирают. То же самое делаем мы, как визуализаторы, в 3D Max. Чтобы это сделать, ну, нужно совместно регулировать настройки камер и настройки Sun плюс Sky. То есть вот эти настройки и вот эти настройки. И ставить фон за окном, исключать его из освещения, чтобы он не был засвечен. И тогда у нас, ну вот, при правильном подборе и тех, и тех параметров у нас получается. Я сейчас не буду рассказывать, потому что это долго. Я мог бы с вами поделиться, просто это займет время, это нужны примеры, все показывать. Это будет скучно, утомительно. Это я рассказываю на курсе. Вот если получается засвет, обратите внимание на камеры. То есть это часть системы, без которой не работает. Материал штор, то есть здесь это, ну, если у вас шторы прозрачные, то с ними ничего не надо делать. Если у вас шторы, в принципе, со шторами ничего делать не надо. И так, и так. Если шторы непрозрачные, то через них свет просто не проходит. Если шторы прозрачные, то через них свет проходит беспрепятственно, все в порядке. Поэтому шторы мы не трогаем. Нет, шторы ниоткуда не исключаем, мы с ними ничего не делаем. Тут все можно обойтись просто вот настройками камеры и настройками солнца-неба. Ладно, идем дальше. То есть если при этом у нас неправильные настройки рендера, то получится либо слишком темно, либо слишком бледно, либо слишком светло. То есть может такое быть, что вокруг окна у вас очень яркое все, а вот здесь чуть, там буквально 2 метра от окна, уже темнота. И получается, что вам вроде как надо понижать контраст, да, и повышать там настройки рендера, менять гамму, там освещенность и так далее. Но с другой стороны, если подойти к этому делу правильно, то никаких проблем не будет. То есть это опять же рендер, это тоже часть системы. И казалось бы, мы делаем просто правильное освещение в интерьере, но в этом освещении задействованы и камеры, и солнце, и небо, и SkyLight порталы, и плюс еще рендер подключается. Вот. А многие вещи можно сделать еще в фотошопе. То есть, чтобы не сидеть часами, не настраивать это в 3D Max, можно сделать в 3D Max базовую часть и потом усилить эффект в фотошопе. То есть где-то сделать более контрастно, где-то затемнить, где-то высветлить. И это гораздо быстрее делается в фотошопе, нежели куча настроек в 3D Max. Это я вам все рассказываю к тому, что если у вас не получается свет, только свет, то не думайте, что проблема только в свете. Проблема может быть в рендере, проблема может быть в настройках света, проблема может быть в настройках камеры.
гамму какую использовать, тоже вопрос такой, ну, не совсем полный. Гаммы есть три, как минимум. Это гамма input, гамма output и гамма, которая находится в настройках color mapping в V-Ray. То есть их три. И они все разные. То есть мы ставим, ну, я сейчас не буду, ладно, говорить про настройки, то загружу всех совсем. Вы как-то сказали, что в Scala-портале ставить перед окном, чтобы его не перекрывали шторы. А будет ли эффект, если его поставить в направлении плоскости, которым хитрым образом настроен параметр отражения? Речь о фотоосветителях фотобоксов. Дмитрий, я рекомендую делать не Scala-порталом, а рекомендую делать просто V-Ray Plane обычный. То есть, если вам надо фотобокс создать, то есть светящуюся какую-то поверхность, то делайте этот бокс сам, делайте у него прозрачный материал, и туда внутрь вставляйте просто V-Ray Light. Вот он будет подсвечивать изнутри тогда, и не надо никакие скрывать порталы. В витражах то же самое. Так, окей. Ну, теперь я думаю, вы понимаете, что если не получается что-то одно, то вполне вероятно, что это не из-за настроек именно там освещения или именно материалов, но это может быть и в другом ваша причина. Поэтому тут важно не собирать настройки материалов, собирать настройки рендера, освещения, там еще чего-то, какие-то секреты обработки Photoshop. Нет, тут дело как раз в общей системе, то есть это все должно быть собираться воедино, как пазл. Потому что когда вы обучаетесь самостоятельно, либо по урокам в интернете, основная в чем проблема, в том, что вы по чуть-чуть от разных авторов узнаете какие-то фишечки, вам со всех сторон кричат, как правильно делать, в итоге вы это все начинаете пробовать, и одно с другим не стыкуется, и получается все равно то же самое, что до этого получалось. Ну, плюс-минус какие-то корректировки, но появляются новые проблемы постоянно. Но чтобы этого не было, нужна, ну, одна единая система, по которой вы будете работать. И вот это как раз я называю хаосом в голове. То есть неспроста я написал, что надо выкинуть из головы все лишнее и загрузить туда нужную информацию, причем перед этим провести генеральную уборку в голове. Это как приезжаете в новую квартиру с кучей коробок. Я вот не так давно, несколько месяцев назад, переехал в родной город, сейчас откуда, ну, где сейчас нахожусь. И у нас было, ну, несколько посылок мы отправляли, там порядка 20 штук Почтой России, потому что там через границу переезжали, нельзя было по-другому. Что-то отправляли железнодорожные почты, что-то там еще каким-то образом через транспортные компании. В общем, по чуть-чуть и огромный такой куча хлама, который весь нужен. И вы на это смотрите и думаете, блин, куда же я это все разложу? И потом это все как-то хоп-хоп-хоп по всей квартире, и вроде как все ровно, все нормально, нигде не валяется, ничего не мешает, хотя, казалось бы, это все никуда не выйдет. Поэтому тут важно прибраться, вытянуть все лишнее, подготовить свой мозг для новой информации, то есть забыть все, что знали, и потом по полочкам раскидать по темам то, что нужно знать. Так, давайте вот чистый слайд открою. Поэтому основная проблема в чем? Мне недавно писали несколько человек, говорили, что я хочу пройти продвинутый курс, но у меня базовые навыков, еще их совсем почти нет. У меня большое количество проблем, я не могу, постоянно срываю сроки, не знаю, за что хвататься в начале, что делать в конце. Проблемы с моделингом, проблемы с тем, с другим. Я говорю, ну пришлите картинку. И вот кто-то из участников прислал картинки, а там, ну, хорошие работы, то есть смотришь на них и думаешь, ну вроде бы все в порядке. Есть над чем поработать, конечно, но это далеко не то, что я представлял изначально. То есть это, ну, вполне хорошая работа, просто там надо чуть-чуть доработать именно структуру работы. То есть ту последовательность действий понять для себя, что делать сначала, что в конце, что зачем идет.
И проблема на самом деле не в том, ну, не в том, что в итоге получилось, а в том, как это получается. И это и в скорости работы отражается потом у вас, и в сложности психологической. То есть, когда вы постоянно копаетесь в кучу параметров, задаете себе вопрос, блин, почему же у меня не получается, почему я так много времени на это трачу. День проходит, два проходит, а вы топчетесь на месте. У меня у самого так было несколько лет назад, когда я начинал методом проб и ошибок все это проходить. И хочется это структурировать каждый раз, создать такую вот последовательность действий, чтобы любой проект по косточкам разобрать, понять, что я буду делать, и, ну, чтобы, в общем, у вас в голове была та схема работы, которую вы будете делать по конкретному этому проекту, чтобы вы могли ее для себя сделать и заказчику объяснить, что, например, через 2 дня у вас будет предварительный вариант в белом цвете, хотя бы, да, а потом еще через день у вас будет предварительный рендер уже в цветах с материалами, с текстурами, а потом еще там через день у вас будет финал на почте лежать, и все. Не так, что вот я пообещал, потом не успел сделать, и получается каша, и вам не доверяют клиенты, уходят от вас, не обращаются вновь, хотя вроде бы работы в портфолио неплохие. И в этом основная проблема, то, что я сейчас вижу реально с исполнителями. Основная проблема как раз в том, что качество вроде бы нормальное, ну, на хорошем уровне, на среднем. А то, как это делается, это полный ужас зачастую. Вот над этим как раз, эти как раз задачи, проблемы мы прорабатываем на тренинге в том числе. То есть мы учимся на продвинутом, я имею в виду, месячном. Мы учимся создавать систему, а потом, то есть мы учимся, как это делать, а потом вы это делаете и встраиваете эти навыки в себя, в свою работу. На своем конкретном проекте понимаете, что зачем должно идти. Плитку и паркет в геометрии надо строить или все-таки текстурами? Если не сложный паркет и плитка, то лучше геометрии, но она смотрится красивее. Но на начальном этапе можно не париться и делать без этого. Иван, расскажите начинающим визуализаторам, как добыть лицензионный макс. Так, очень много вопросов, все убегает, я не успеваю читать. По лицензионному максу, смотрите, есть очень легальный способ, как сделать себе студенческую версию 3D Max, на которой можно обучаться. То есть на ней вы можете учиться сколько влезет, без ограничения по срокам. Но, по идее, на ней нельзя делать коммерческие проекты. То есть, коммерческие, что это значит? Это значит, что вы не можете систематически выполнять заказы. То есть, постоянно работать на ней, на этой версии, и получать какие-то деньги за это. И, ну, кому интересно, как получить... Ну, то есть, да, постоянно. Если у вас... Что значит вот... Вы знаете, что налоги обязан платить тот человек, который постоянно, ну, который является предпринимателем. Предприниматель это кто? Это тот человек, который постоянно изо дня в день, из месяца в месяц зарабатывает одним и тем же, получает доход с определенного вида деятельности. Вот так это выглядит. Чтобы это у вас было, то есть вы должны делать это постоянно. Тогда вы будете считаться, ну, тогда это будет ваша прибыль с бизнеса уже. Тогда это облагается налогом. По первости, если у вас там один проект в неделю, два проекта в месяц или там три проекта в месяц, это еще не систематическая деятельность. То есть это пока еще не предпринимательство, и это пока еще не какая-то, ну, не какая-то постоянная деятельность. Поэтому поначалу вы, даже по закону, вы можете работать без всяких ИП. То есть брать один там, ну, непостоянные заказы. Потом вы можете открывать ИП. ИП это самое простое, это очень быстро, и без всяких проблем можно работать. И платить 6% налогов. Лучше всего ИП и платить подоходный, но ведь кто знает, когда у вас есть доход. Логично, да. Сколько проектов вы сейчас ведете одновременно? Я лично сейчас не веду проект. У меня есть менеджер, который этим занимается. Привет всем. Визуальная
часть какая-то нибудь была уже или пока только вступительная часть? Андрей, вы пропустили все самое интересное. Сейчас у нас белый лист пока. Хорошо. Смотрите, по тренингу были вопросы. Я сейчас кратко расскажу по плану действий нашему дальнейшему. И потом отвечу на ваши вопросы. 3-6 июля я проведу бесплатный, ну как бесплатный, для тех, кто идет на продвинутый тренинг с 8 июля, продвинутый месячный курс. Те, кто на него идет, вносят предоплату 2000 рублей, чтобы забронировать себе место, чтобы оно вам гарантированно досталось, их ограниченное количество. А с 3-6 июля для тех, кто внес предоплату 2000 рублей и идет на вот этот курс, с 3-6 июля я проведу бесплатно базовый тренинг, то есть я его переделал, я его сделал в другом формате, продумал, как это можно сделать еще быстрее, еще эффективнее, чтобы вас подготовить, если вот есть новички, кто боится, что не потянут продвинутый уровень сразу. У вас есть шанс быстро догнать всех, кто уже умеет много, и, может быть, даже перегнать. У меня были такие студенты, которые пропускали вообще базовый уровень полностью и подключались сразу вот к продвинутому. И получали результаты наравне с остальными. То есть они ничуть не хуже были. Но им приходилось поднапрячься, то есть им было тяжелее. Сейчас я вот этот этап перенапряжения я хочу убрать вовсе. То есть я делаю бесплатно для тех, кто вносит предоплату 2000, я делаю бесплатный 4-дневный онлайн-курс в новом формате, пока его никто еще не делал такой. И за 4 дня мы проходим базу, то есть это базовый уровень, который вам даст все, что необходимо для того, чтобы потом успешненько за месяц получить те же самые результаты, то, что делают профессионалы. Так, у кого-то проблемы со звуком? Переходите на другой браузер. Площадка Визик бесплатная и глючная. Юлия, вы ошибаетесь. Площадка Визик не бесплатная и не глючная. Это одна из самых стабильных площадок. И она далеко не бесплатная. То есть там есть бесплатный тариф на месяц, но мы им не пользуемся. На самом деле звук хороший, я думаю, у многих. Почти у всех. Этого точно достаточно для начинающих с нуля? Да, этого достаточно для начинающих с нуля. Именно для тех, кто с нуля и тех, у кого, ну, те, кто сомневаются, что у вас получится, я сделал как раз вот эти 4 дня, продумал все, и с уверенностью могу сказать, что да, вы получите все, что нужно, все те базовые навыки по моделингу, по наполнению интерьера с, ну, вот, моделями, по созданию коробки интерьера, по всем настройкам 3D Max, то есть вообще все, что нужно для дальнейшей работы. Я туда включил некоторые новые штуки, которых не было в базовом курсе, вот в последнем. То есть мы его проходим за, получается, сколько? Остается еще 2 дня на передых, а потом начинается плавно вот этот курс продвинутый, месячный. Что будет в месячном курсе? Мы по шагам сначала настроим с вами систему папок и файлов на компьютере, настроим программу, все как надо, застрахуем себя от ошибок, исправим глюки, которые есть в 3D Max, в стандартной версии, поставим все обновления, то есть настроим все, чтобы вас потом ничего не отвлекало, технических вопросов никаких не возникало, опять же, и начнем обучение. Начнем его сначала, вы выбираете проект свой, потом мы делаем коробку интерьера, у вас на это будет время выделено, и дальше пошагово идем по этапам. Вы над своим проектом, каждый работаете, работаем все вместе, то есть у нас будет команда будет в тренинге участников, то есть вот вы пойдете на тренинг, и с вами будут еще учиться несколько десятков человек, не более 50, то есть я в этом потоке ограничиваю, чтобы не было больше 50 человек. Будут групповые задания, будут индивидуальные задания каждому. То есть вы прорабатываете свой проект, я даю вам комментарии, говорю, что улучшить, задаете вопросы. И у вас на выходе получаются красивые картинки,
дневной вид интерьера, ночной вид. И те, кто захочет, вы будете делать еще утренние и вечерние варианты. То есть разные схемы освещения. Экстерьеры тоже будут, но они будут ближе к зиме, наверное. То есть по экстерьерам отдельный курс у меня. Также базовый, также продвинутый есть. Вот, по этой части есть вопросы. То есть для того, чтобы вам попасть вот сюда, кому интересно вот это базовое обучение и продвинутый курс, поставьте, пожалуйста, плюсики. Я купила суперкурс, все по полочкам. Вот Юлия, да, уже клиенты. Поздравляю с покупкой. Интересен продвинутый. Смотрите, сегодня последний день регистрации на продвинутый курс. Для того, чтобы зарегистрироваться, достаточно 2000 внести. Остальное вы можете в рассрочку до 8 числа, до 8 июля. Если вы вносите 2000, то вы получаете доступ к базовому, если хотите участвовать, если не хотите, нет. И потом мы начинаем с 8 июля обучение на продвинутом. Вот ссылочка, перейдите по ней, внесите 2000 рублей, с вами свяжется менеджер после того, как вы счет выпишете. Выписать его нужно сегодня, потому что буквально через несколько часов мы закроем регистрацию на этот продвинутый курс и больше мест на него продавать не будем. Иван, я уже первый донос внесла, но мне 12-часовой тренинг не выслали, как обещали. Наталья, потому что будем высылать после полной оплаты. Это, на мой взгляд, логично. Мне надо еще на счет положить себе, а потом вам переслать. Вы выпишете счет сейчас, а завтра можете оплатить. То есть не обязательно сегодня. Можно до завтра оплатить. Но если оплатите сегодня, мы вам включим бонусом еще курс по фотошопу в любой комплект. То есть это как раз та самая часть, обработка фотошоп, 10-дневный курс, который мы с Алексеем проводили, получите его бесплатно. Просто ну, при оплате менеджеру сообщите, что у вас еще бонусом курс по фотошопу, и вам тогда после оплаты полностью части вышлет курс по фотошопу еще бонусом. Так, сейчас по ценам на продвинутый спрашиваете, сейчас вижу. Сейчас я найду ссылку на сайт. Одну секунду. Там есть три варианта. Там есть три варианта. В зависимости от количества бонусов, того, что у вас будет в комплекте, вы можете выбрать для себя, какой вам больше подходит вариант. Ну, я рекомендую Platinum не потому, что он самый дорогой, а потому, что там еще 2 недели поддержки, и вы можете их в любой момент активировать. То есть вы проходите месячный тренинг, у вас есть бесплатный доступ к следующему тренингу по визуализации экстерьеров базовому уровню. Есть скидка на продвинутый уровень, есть тренинг по фотошопу, есть тренинг по автокаду, есть еще очень много всего и 2 недели поддержки индивидуальной, где вы можете задавать вопросы. Задавать вопросы, консультироваться со мной раз в день, в любое время, какое мы с вами обговорим. Причем это может быть как сразу после курса, так, например, и через 2 месяца, через 3 месяца. То есть вы можете повторно еще потом пройти обучение вот в индивидуальном порядке на 2 недели. Иван, так все-таки где посмотреть портфолио вашей студии, или вы только учите? А вот на этой странице как раз можете и посмотреть. Там не все оно. Нет, у нас, конечно, есть портфолио. Я неспроста сказал, что у нас больше 300 проектов. Просто смотрите, какая ситуация. У нас на сайте оно сейчас не выложено. Потому что сайт в переработке находится. У меня все руки не доходят. Я недавно загрузил все работы, посчитал, у меня их там 270 картинок получилось из того, что можно показывать. То, что не сильно старое. Вот на этой странице есть картинки. Эти все картинки – это все работы нашей студии. То есть то, что желтеньким – это отзывы студентов, то, что у них получилось. А то, что
на странице просто картинками с подписью AN3D и U2M – это все наши работы моей студии. Большинство из них делал я сам лично, своими руками. Поэтому, Юлия, можете вот сюда зайти, полистать страницу, и там найдете большое количество работ. Это все работы моей студии и меня лично. А чего в Вебмане нету? В Вебмане мы не подключали. Можете другими способами оплатить. Что означает оптимальные настройки V-Ray? Это означает, что там настроено уже для интерьера. Есть два пресета, то есть есть две настройки готовые. Одна для предварительных рендеров, чтобы рендерилось быстро и в то же время достаточно качественно, чтобы понять, что получается. И второй вариант – это уже финальный рендер, то есть те финальные настройки с тем достаточным качеством, чтобы было не сильно высокое время рендера и чтобы получалось очень хорошее качество. То есть вот это оптимальные настройки. То есть это значит, что они достаточно быстрые и достаточно качественные. Каждой сцене надо индивидуально настраивать настройки. Мы будем это учиться делать на курсе, но в принципе это не обязательно. То есть в большинстве случаев я использую те настройки, которые я даю вам. Это мои настройки, я с ними сделал не одну сотню проектов. Нелицензионный автокад с лицензионным 3D Max конфликтовать будут? Я думаю, что нет. Так. Так. Андрей, если, ну вот по оплате можете счет выписать, с вами в ближайшее время менеджер свяжется и подскажет, как оплатить именно вам вашу ситуацию, чтобы без комиссии было и удобно. Да, иногда сабдивы регулировать приходится, но это я говорю, это тонкости, нюансы, которых сейчас пока смысла нет говорить, это все на курсе будет. То есть это уже такой продвинутый уровень. Сейчас не вижу смысла грузить, короче говоря, лишнюю информацию у вас. Так, давайте по вашим вопросам еще пройдемся. Книги по 3D надо купить? Нет, книги я не рекомендую. Почему? Потому что книги по 3D Max это большие энциклопедии. Там есть все обо всем, но там оттуда очень тяжело вычленить то, что вам надо. Система обучения у меня такая, что вы учитесь только тому, что вам пригодится. То есть то, что вам не нужно будет в работе, чтобы создать интерьер, мы проходить не будем, в принципе. И той информации, которая есть в курсе, ее полностью достаточно, чтобы сделать свой интерьер, чтобы ускорить свою работу, вывести на новый уровень. Если вы с нуля, Галина, то оплачиваете просто 2000 рублей, вот здесь, и получаете доступ к базовому курсу, четырехдневному, подготавливаете себя, выводите на средний уровень, и потом на месячном тренинге у вас никаких проблем не возникает. Вы проходите вместе с группой. Вот ссылка на предоплату еще раз. Иван, подскажите, плиз, где посмотреть фото ваших реализованных проектов на сайте «Одна визуализация». Юлия, мы не занимаемся дизайном, то есть мы когда-то мы делали дизайн, но на сайте у нас нет реализованных работ. То есть мы, в принципе, их сейчас оттуда убрали. Мы делаем визуализацию. Сейчас речь о визуализации. Поэтому мы не отслеживаем реализованные проекты. У нас есть отзывы клиентов. Если хотите, напишите мне на почту, я вам персонально вышлю рекомендации тех людей, с кем мы работали. Нет, в работу, безусловно, это все пошло в работу, но просто у нас, понимаете, что наша задача не стоит отследить, что получается потом после дизайна, после стройки там, и так далее. Потому что у нас нет задачи в том, чтобы показать то, что было после. То есть вы понимаете, что это не наш автор, ну, то есть не мы авторы проектов, которые мы визуализируем. Поэтому мы на авторство работ наших дизайнеров не претендуем, что, кстати, огромный плюс. Если вы будете работать в этой сфере, то многие дизайнеры боятся, что их работы потом будут использовать у себя на сайте, размещать, что, мол, вот смотрите, как мы реализовали проект. Хотя на самом деле проект это не ваш. Можно же указать, что виз ваш, а дизайн такой-то. Да это понятно, что можно. Но вы поймите просто, когда вы будете работать с реальными клиентами,
они не будут за то, чтобы вы выкладывали их в портфолио, особенно реализованные проекты, у вас на сайте, когда вы занимаетесь визуализацией. Многие могут подумать, что вы взяли, придумали дизайн, построили все, и вот используете теперь. Вот можете послушать дизайнеров, то же самое пишут. Скажите, пожалуйста, в курс входит обучение прохождения камерами и записи ролика по всему интерьеру, включая монтаж? Нет, анимацию мы не проходим. Мы изучаем камеры, в принципе, то есть какой ракурс подобрать, какие настройки сделать, но анимацию мы не изучаем. То есть это отдельный большая отдельная область, которую я не касаюсь. Мне просто это не интересно. Юлия, ну если вы работаете ерунда, ну давайте так, у каждого свое мнение, хотите принимайте мое, хотите не принимайте, если принимаете, нам по пути, если нет, ну я никого ни к чему не принуждаю. Говорю из своего опыта. Как вы настраиваете сцену для чернового рендера? Я беру, загружаю свои настройки для чернового рендера. Все просто. Свет, материалы, камеры, все то же самое. Юля, давайте так, я вас не буду учить, как вам делать, вы не будете учить всех остальных, как им делать. И так вот на этом полюбовно разойдемся. Ребят, я прошла базовый курс Ивана, я в восторге. Сама преподаватель классно дает информацию. Иду на продвинутый. На, Наталья. Наталья, привет. Так, я применяю иногда анимацию. Ну, безусловно, ее можно применять. Это большой плюс, если вы это делаете. Можно еще панораму делать, можно еще 3D-туры делать. Тоже классно. Мы сейчас речь не об этом. Сначала надо визуализацию хорошо научиться делать, потом уже надстраивать поверх дополнительные услуги. Можно купить ваши настройки. Ну, опять про птичек. Я вот полчаса назад, примерно полчаса, рассказывал, что просто настройки вам не помогут. Что они бессистемно не дадут никакого вам результата. Поэтому нет, я отдельно их не продаю, это бессмысленная трата денег. Можно совет, как выбрать, что отключить, чтобы было и быстро, и достаточно. А, Дмитрий, там много параметров очень, я сейчас просто не буду перечислять их все. Ирина, напишите мне на почту, я вам скину настройки. Александр, давайте только не наши настройки, окей? Потому что если я узнаю, что кто-то обменивается нашими материалами, я забаню навечно, и еще вплоть до суда мы работаем с такими людьми. Иван, тренинги для дизайнеров и архитекторов планируются, например, как привлечь клиента? Да, безусловно, конечно, да. У нас постоянно они проводятся. Вот недавно мы закончили тренинг по привлечению клиентов через лендинги. То есть это новая система, мы ее сейчас обкатываем активно, сами применяем у себя в студии. Недавно у Алексея был тренинг по созданию сайта. Вот закончился только буквально там месяц назад, полмесяца. В осенью мы с Алексеем планируем совместный тренинг по онлайн и офлайн продвижению ваших услуг, как дизайнеров, так и визуализаторов. Алексей – это мой партнер, Алексей Радаев. Сори, не представил. Алексей Радаев – партнер проекта U2M. Мы вместе с ним организовали его. Он хороший эксперт в области сайтостроения, различных сервисов в онлайне, привлечения клиентов через интернет. Вот мы с ним совместно ведем тренинги по привлечению клиентов как раз, по организации работы, по работе в команде, по фотошопу совместно тренинги ведем. У него свой комплект сайта он разработал именно для вас, для дизайнеров и для визуализаторов. У меня у самого сайта на его комплекте сайта работает. То есть все прекрасно работает. Хочется серьезный тренинг по привлечению клиентов. Вот такой серьезный будет на 3 недели, примерно, в осенью. Сейчас не могу точно сказать, мы хотим осенью отдохнуть, съездить на яхтинг и на месяц, на полтора. В рассылке все будет информация, поэтому, я думаю, не пропустите. Сколько он осенью будет стоить? От 15 тысяч, я так думаю. Мы еще не планировали ни по ценам, ни по каким-то еще другим вещам. Поэтому по датам и по ценам пока точно сказать не могу, но рассчитывайте на сумму примерно 15 тысяч. Дайте какую-нибудь фишку по установкам. Даю фишку. Берете, открываете настройки
Верея? Давайте так, к Верею есть справка. Если вы хотите во всем разобраться, вот досконально во всем, то берете, открываете справку к Верею, там все написано. Если хотите получить готовое, то идете ко мне на тренинг, я вам там все разжую, покажу и дам в зубы настройки, скажу, где их когда применять и что когда поменять в них, чтобы там под какую-то конкретную ситуацию. Так, тренинг проходит в режиме онлайн или в записях? Он будет проходить в онлайне, да, безусловно. Тренинги в записи не дают такого результата. По нашим прикидкам, ну, процентов 5-10 сильно замотивированных людей получают результат, если работают в одиночку сами. Поэтому мы сейчас не продаем записи практически, мы ведем только онлайн. Ну и делаем распродажи для тех, кто сильно-сильно хочет. Ну и то это бывает раз в год примерно у нас. Поэтому тренинг будет в онлайне, да. Почти каждый день у нас будут занятия. Будет поддержка на форуме по вашим вопросам. Будет разбор ваших результатов. У кого я учился? Я учился самостоятельно. То есть изначально я пришел в эту сферу с 2003 года, тогда курсов по 3D Max в принципе не было. То есть ни вообще не было в России. По крайней мере, в моем городе и ближайшем окружении. Вот, и поэтому я методом проб и ошибок примерно 4 года я потратил, или даже 5 лет, чтобы добиться каких-то результатов. Простите, мое сообщение видно? Да, вижу. Сейчас просто не успеваю читать, через одного перескакиваю. Я скачал V-Ray и попробовал установить, но не установился. Вообще, в чем проблема? Ну, тяжело так сказать. Потому что я не знаю, в чем проблема. Надо смотреть. В каких программах работали? Изначально я... Смотрите, какая... Давайте кратко карьеру свою расскажу. Кому интересно по карьере? Многие слышали эту историю. Ну, вот постараюсь сейчас в 5 минут уложиться. Она довольно длинная, если ее разжевывать, и по этапам развития меня как специалиста... То, что в моей голове происходило, какие я выводы делал там, и так далее. Но ключевые моменты были следующие. То есть первое, что у меня было, с чего все началось. Это банально какой-то левый диск, там пиратский, не пиратский, я не знаю какой, с 3D Max версии 3 еще тогда. Я увидел, просто зайдя в гости к брату своему двоюродному, за что ему огромное спасибо. Я не знаю, как у него оказался и какими судьбами вообще, но я благодарен очень сильно тому случаю. Все началось именно с этого. То есть я просто взял эту программу у него, он сказал, ну, какая-то хрень, я ничего не понял, я установил. Но так получилось, что я у него этот диск забрал, и он у меня пролежал на полке ближайшие еще полтора года примерно. То есть раз в 3-4 месяца я эту программу устанавливал, смотрел на нее печальными глазами, ничего не понимал и удалял. И так раз за разом мне почему-то тянуло к нему прям разобраться, что я просто видел, что можно в нем делать в 3D Max'е. Мне было интересно, я понимал, что вот всякие мультики типа Шрека, Титаника, это все было сделано в 3D Max'е. То есть там кое-какие сцены, да, в фильмах. Поэтому меня туда тянуло, и я, ну, как бы старался в это все вникнуть. Получилось не сразу, получилось раза с 3-го или с 5-го. А потом, когда начало получаться, я еще 2 года пытался что-то делать, там, моделировал, скачивал уроки на английском языке, изучал справку к 3D Max'у. И так вот примерно 3 года я топтался почти на месте, делал там модели автомобилей первые мои, часы, комнату свою первую. Кстати, свою первую комнату я сделал, она была совсем простая, ну, наверное, я на сайт ее вывешу, все-таки надо уже оформить эту историю в какой-то более такой вид, чтобы не на вебинарах ее рассказывать, а давать ссылку и говорить, смотрите, это все там. Вот, и... На чем я остановился? Блин. Да. Первый интерьер я сделал, когда, ну, просто начал показывать свои работы всем окружающим. И просто меня начали рекомендовать друг другу. И один знакомый работал в рекламном агентстве. У него была другая знакомая, которая работала в мебельной компании. Вот, и меня туда в эту мебельную компанию пригласили, сказали, вот нам нужен человек, который будет наши шкафы рисовать в 3D, чтобы мы показывали своим клиентам.
И вот я в 3D Max сидел, делал эти шкафчики, там все буквально до миллиметра выверял. Потом по этим моим моделям делали распилы, то есть считали, сколько каких досок, какого размера. И, собственно, собирали этот шкаф, вставляли его в интерьер, уже готовый в помещении. И все, клиент доволен. И эти шкафы, они более охотно покупались, нежели там отрисовки в Corel Draw делали девочки, которые их придумывали, эти шкафы. Вот, это, с этого началась, по сути, моя карьера, так, которая оплачиваемая. Так, сейчас паузу. У Орехова вы учились, мне кажется, я вас видел на курсах Орехова. У Орехова, смотрите, какая ситуация с ним была. Я прошел его первый базовый курс по привлечению клиентов, это было году, я даже не помню, когда, в 2010, наверное, самый первый вот этот, ну, первый его бесплатный тренинг. Потом я покупал модуль по дизайну у него, когда хотел научиться дизайну. Какое-то время по дизайну я поработал, и мне бонусом достался курс по визуализации, когда я уже вел мини-группы, то есть я к нему пошел, выучился еще, ну, посмотрел, как у него это работает. Вот, после этого, через примерно год или полтора, я решил сам, что у меня получается тоже, я могу давать результаты, и я тоже начал вести курсы. Вот так это было. Вы можете, в принципе, да, найти отзыв мой на него, то есть я это не скрываю ни от кого, то есть это не секрет. В чем разница ваших курсов и курсов Орехова? В том, что у нас, ну, другой подход и другие результаты разные. Если вы пройдете, ну, я не знаю, что сейчас дает Орехов, потому что я не слежу за конкурентами, поэтому не могу сказать, в чем там капитальное отличие. Я могу сказать только за себя. Я могу сказать цифры и статистику. 70% наших выпускников доходят до результата. Те, кто не доходят, они не доходят по каким-то своим причинам, то есть не успевают, либо работы много на них наваливается и так далее. Они это потом проходят в записи. Что могу еще сказать? Могу сказать, что у нас есть 100% гарантия результата. То есть если вы что-то вам не понравилось в нашем курсе, и вы в конце решили, что курс вам результатов не дал, то мы возвращаем всю сумму обратно. То есть вы ничем не рискуете. Сколько наши ученики зарабатывают? Ну, спросите об этом сами. Я не могу следить за каждым учеником, я могу сказать за некоторых. Могу сказать, что у Ивана Мещерякова все сейчас хорошо, у него параллельно несколько проектов. Могу сказать, что вот у Марата, который я показывал, у него сейчас студия. Могу сказать, что у Владимира Пашкова все прекрасно. У Ивана Синютина, то есть, ну, у многих людей, которые приходили на наши курсы, они развиваются, не стоят на месте. У таких людей всегда получается, неважно, у кого бы они учились. Возвратов пока еще не было. То есть возвраты, если были, то они были на первом этапе, когда человек понимал, что просто, в принципе, программа 3D Max – это не для него. То есть когда есть программы с освоением в компьютере, например, ну, человек просто банально не знает, как свернуть окно, и записался на курс по 3D Max. Понятно, что он его не потянет. В этом случае мы возвращали деньги. А в остальном таких проблем ни разу, инцидентов не было. Извиняюсь. Возврат можно сделать в любое время. Если вы прошли курс и не получили результаты, то вы видите, то вы пишете нам письмо, и мы вам возвращаем деньги. То есть если вы прошли курс, вы можете прийти, получить там, например, половину занятий и сказать: «Ой, нет, все, я спасибо, я всему научился, то, что мне надо», и вернуть деньги. Но это нечестно, как бы, по отношению к нам и к остальным, поэтому мы это не делаем. Да, вот начались обсуждения у кого что. Меня на самом деле поражают некоторые люди. Я вот писал письмо в рассылку недавно, может быть, вы видели, что меня всяко разно. То есть когда остальные увидели, что мы реально создаем конкуренцию, они начали беспокоиться очень сильно. Раньше мы были партнерами, потом мы стали конкурентами, чуть ли не врагами народа. Мне этот подход не нравится. То есть при этом многие люди говорят, что конкуренции не существует, что вы, это ерунда. Я на самом деле за честную, здоровую конкуренцию. Я за конкуренцию преимуществами, а не недостатками остальных. Я не слежу за тем, кто что делает. Мне абсолютно все равно, поверьте. Я думаю о том, не как сделать там какую-то гадость,
конкуренту. Я думаю о том, как сделать максимум результата моим ученикам, о том, как вам помочь в вашей, ну, в ваших целях, как их добиться. Все остальное мне по барабану абсолютно. Кто там что делает, в какое время проводит. Я просто сейчас вижу, как под нас меняют расписание многие наши конкуренты, чтобы запускаться одновременно и часть клиентов увести из себе. Ну, я не знаю. Поверьте, не знаю, это глупо, на мой взгляд. В общем, у нас свой путь, у нас своя дорога. Вы говорили, что у вас 80 человек было на курсе, как вы достигаете качества при таком количестве народа. А, ребят, поставьте плюсик, кто был на крайнем моем тренинге базовый 3D Max за 12 дней. Понять просто, сколько народу. Вот видите, сколько плюсов. Вот напишите, пожалуйста, по 10-бальной шкале, насколько вам понравился этот тренинг, пожалуйста. Вот, вы сами, я думаю, видите, ну, насколько люди благодарны и насколько они получают результатов. Можно подумать, что это подсадные люди все. Я вам говорю, что если это дает результат, значит это дает результат. Как именно я успеваю? Во-первых, у меня есть помощники на массовых мероприятиях, то есть не я один. Во-вторых, это мини-группы. В-третьих, у меня есть достаточный уровень профессионализма, чтобы быстро дать комментарий каждому. В-третьих, в-четвертых, вернее, я знаю, какие комментарии дать, и, то есть, я знаю, что дать, какой необходимый минимум, чтобы у человека получилось, и не даю ничего лишнего. Поэтому, если вы делаете домашнее задание, то у вас и так получится. Если вы ничего не придумаете такого сверхъестественного и не начнете усложнять. Поэтому, если вы делаете задание, то у вас получается. Постепенно вас просто нужно корректировать по ходу курса. Я вам сейчас просто рассказываю именно как я бы говорил между преподавателями. То есть я вам сейчас открываю внутреннюю кухню тренинга. Вот так вот, чтобы вы понимали. И то есть моя задача как преподавателя в том, чтобы дать одинаково задание всем людям, дообъяснить тем, кто, у кого есть сложности с пониманием или какие-то проблемы по ходу возникли, технического плана, например, и объединить вас в группу так, чтобы вы смотрели друг на друга и у вас у всех получалось в итоге. Поэтому здесь задача очень простая. Поэтому я не трачу очень много времени на то, чтобы дать комментарии всем, и поэтому большинство людей получает результаты. 80 человек, вот я же говорю, каждый получает. Ребят, напишите, кто получал комментарии на курсе на моем. Вот кто получил по своей работе комментарии? Все получили. То есть все получили комментарии. Поэтому обратную связь я даю на вебинарах. То есть представьте себе, идет сейчас вебинар. Я говорю, хорошо, ребята, давайте теперь скидываем ссылки на ваши отчеты. У вас у каждого свой отчет на форуме. Вы скидываете результаты на свои картинки. Я говорю, ага, вот здесь надо подправить, вот здесь хорошо, вот здесь плохо. Здесь надо поменять, вот такие-то настройки сделать. Понятно, понятно, все, человек делает. И так на каждого по 5, по 10 минут максимум. С учетом того, что приходят на вебинар не все, или хотят получить комментарии не все, то это очень быстро. У кого-то вообще нет вопросов, у половины группы примерно. А кому-то я комментирую вопросы на форуме, то есть даю комментарии текстом. Поэтому, то есть это работа не только на вебинаре, это работа еще в течение дня. Вот сейчас же я на ваши вопросы отвечаю, а точно так же я отвечаю вопросы на той аудитории. Но в этом тренинге, он продвинутый тренинг, там проработка более глубокая, поэтому я много человек брать не хочу. Я возьму не больше 50. Да, Иван, про вас говорят, что вы внимательны ко всем. Ой, как приятно слышать. Спасибо, спасибо. Я знаю, на самом деле. Я с Израиля. Хочу взять курс по дизайну интерьера начальный. Чё, почём, напиши мне на почту. А у нас нет начального курса по дизайну. У нас курсов по дизайну интерьера вообще нет. То есть вообще мы не ведем дизайн интерьеров. То есть вы 80 способны откомментировать, слабо верится. Да, 80 я способен откомментировать. Можете не верить, но это так. Я веду курсы по визуализации, Виталий. Мы сейчас про визуализацию толкуем.
Если вас интересует курс по визуализации, то вот вам ссылка еще раз на предоплату. Вносите 2000, вы попадете на базовый курс 4-дневный и на продвинутый на месяц. А как вы узнаете, что человек не смог научиться, он ведь может вам все что угодно сказать, а вы ему деньги вернете? Тут больше на честность работа, то есть если, во-первых, смотрите, если вы возвращаете деньги, то мы с вами после этого больше не работаем никогда. Это надо понимать, потому что если, ну, если вас не устраивает, как мы работаем, то какой смысл нам потом встречаться? Мы вас просто удаляем из всех систем и больше не пересекаемся. Я думаю, это логично. А во-вторых, ну, возвратов не было. Ну, то есть были они, если они были, то по причине того, что просто человек не мог потянуть эту программу в принципе, потому что не знает достаточно компьютер. Поэтому здесь все взрослые люди кого-то друг друга обманывают, но сейчас не то время. Все это возвращается очень сильно. Такое ощущение, что Юля закинутый чувачок от конкурентов. Вполне вероятно. Наверное, так. Юлия, признавайтесь, кто вас послал? 50 человек, индивидуальных нет? Ну или небольшие группы? Нет, индивидуальных нет, небольших групп тоже нет. Я вам скажу по секрету, что чем больше народу в тренинге, тем результаты выше. Почему, как вы думаете? То есть у меня до этого базовый курс, я вел 25 человек, прошлый поток. В этом потоке я вел 60, в онлайне было 60 человек. То есть 80 его купили, 20 из них прослушивали в записи, 60 училось каждый день. Поэтому результаты получились очень хорошие, потому что была групповая динамика, потому что видно результаты друг друга, и, ну, как бы получается, что результаты остальных вас заряжают очень сильно, и вы получаете еще больше такого эмоционального всплеска, чтобы делать. И у вас тогда получается еще больше, еще сильнее. И чем больше группа, тем больше сильных участников. И тем больше результаты в итоге. И глядя на них, все остальные тоже подтягиваются. Но это неизбежная такая модель. Поэтому работает это очень прекрасно. Занятие в 21 для меня поздно, часовой пояс у нас другой. Занятие будет в 20.00. То есть, как сегодня мы начали, так же будем начинать потом. Форум, то есть, смотрите, обучение ведется на форуме, он закрытый только для участников тренинга, но после прохождения тренинга он у вас в доступе неограниченное количество времени. То есть, все записи у нас хранятся там, вы можете к ним вернуться, когда захотите, вы можете пообщаться с коллегами, задать вопрос, я периодически туда захожу. Сейчас я буду еще поддерживать учеников на форуме, периодически заходить раз в неделю, комментировать всех, кто что-то написал, чтобы поддерживать эту тусовку закрытую. Ну и, собственно, все последующие тренинги вы можете проходить бесплатно. То есть, если вы в один поток вписываетесь, то следующие все потоки этого же тренинга, они бесплатны. 2000 рублей – это рубли. Ой, 2000 – это рубли, не гривны. Мы в России живем, поэтому в рублях. Главное, чтобы запись пришли. То есть, если вам, смотрите, если вы хотите успеть на онлайн-тренинг, то вам надо всю сумму оплатить до 8 июля. Если не хотите успевать к онлайну, то можете оплатить ее хоть когда. Хоть до конца года оплачивайте. Как только оплатите, мы вам сразу пришлем все материалы курса в записи. Да, я из России. Да, вот так. Группа и форум работают отлично, всегда можно задать вопрос одногруппникам. Мне люди реально помогали. Да, так и есть. Вопрос по 20% скидке. Это по которой? За видеоотзыв, которая была? Диан. Да, напишите на почту, мы вам скажем точную сумму, какая у вас по остатку там идет. Отлично, если я в предпоследние дни заплачу, мне все равно будет участвовать? Да, смотрите, вот ссылка на предоплату. Вы сейчас вносите, сегодня выписываете счет, прямо сейчас до конца дня, потому что завтра этой ссылки уже не будет. А потом, до начала тренинга,
А, ну все, тогда окей. Если вы оплачиваете до начала курса, то есть смотрите, когда вы оплатите, тогда вы и получите доступ. Вот все просто. Если вы оплатите до начала курса, то будете проходить курс онлайн. Если оплатите после, то вы получите записи. Все просто. Никаких тут заморочек нету. Раз, два, три, раз, два, три. У меня пропал интернет. Да, украли конкуренты меня. Я надеюсь, вы не сильно испугались. Тут какие-то сбои у нас в последнее время. В это время бывает, что прерывается на какое-то время интернет и снова появляется. Ничего страшного. Так, на чем мы остановились? Напомните, пожалуйста. Вы только визуализацию учите или еще есть какие-то курсы? У нас целая линейка тренингов. Это AutoCAD, Photoshop, 3D Max, визуализация базовый, продвинутый, интерьеров, экстерьеров, привлечение клиентов, сайт. Что же я еще забыл? В общем, их много. Но мы не касаемся дизайна. То есть по дизайну мы не преподаем ничего. Пишите мне на e-mail, что у вас есть. Виталий, давайте посудим следующим образом. Вы зайдете на сайт и сами посмотрите, окей? Там это все есть. Мы ни от чего, ни от кого не скрываем. В разделе обучения вы можете найти все наши тренинги. Я вам открою тайну, их даже можно купить. Многие из них. Иван, скажите, когда еще можно пройти курс по Максу? Мне в июле надо, неудобно вовсе, чисто физически не потяну. Что можно сделать? Вы можете сейчас в него записаться, потому что сейчас минимальная цена, и в следующем потоке он будет дороже гораздо стоить. Следующий поток будет в 2014 году только. Базовый и продвинутый по интерьеру. Поэтому я рекомендую сейчас вписаться, то есть заплатить 2000, как хотя бы, а потом доплатить, когда вам будет удобно, вы получите запись, доступ на форум у вас будет. И в следующем потоке сможете бесплатно участвовать, то есть за эту цену. Просто на следующий поток цена будет выше, и ну, сейчас логичнее купить, чтобы потом не переплачивать. При успешном прохождении ваших курсов есть возможность в будущем работать с вами или на вас? Конечно, есть. Мы со многими участниками партнеримся, помогаем всячески. Иван, запись все же можно будет приобрести? Я по времени не успеваю вообще никак. Если вы хотите запись, то самый логичный способ – купить ее сейчас и оплатить просто остатки. То есть внести предоплату сейчас, а остатки внести, когда захотите получить доступ. Потому что саму запись отдельно мы продавать, скорее всего, не будем. Ну, по крайней мере, в ближайшие там несколько месяцев. Цена на запись будет не ниже точно. Хорошо бы продавать отдельно, но мы это сейчас убираем вообще. Нам, ну, не хочется. То есть вы можете предоплату сейчас внести, 2000, вот ссылка. А потом, когда захотите получить доступ, оплачивайте оставшуюся часть, вам открывают доступ. Но плюс этого метода в чем? В том, что у вас следующий поток бесплатно. А если вы покупаете просто запись отдельно, то вам не дается доступ в следующий поток. И на форум тоже не дается. А здесь вы получите и то, и другое. То есть вы как бы участвуете в онлайн-тренинге, но оплачиваете просто позже. И получаете доступ к нему позже, когда он закончился. Но доступы у вас остаются. И на следующий поток участвовать можно. Да, хитро, но это не для всех. Для тех, кто поймет. Тем, кто уже внес ранее взнос, будет бонус фотошопом? Будет, если вы оплатили. Напомните только про это, ну, будет тем, кто сегодня на вебинаре. Напомните про это просто при доплате за курс, напишите на почту. Тем, кто завтра оплатит, давайте так вот, все, кто сегодня выставит счет на предоплату и оплатит сегодня, либо завтра до конца дня, у вас будет бонусом курс по фотошопу и бесплатное участие вот в этом базовом тренинге, который будет 3-6 июля. Как понять визуализацию интерьера и дизайн? Виталий, давайте вы зайдете на сайт, там есть огромный текст. Если вы его прочитаете, у вас будет прям 100% понимание, что такое визуализация и в чем отличие от дизайна.
Хорошо. Ладно, друзья, спасибо вам за то, что пришли. Поставьте плюсик, да, верно, Виталий, вот этот сайт. Поставьте плюсик, если вы получили пользу и какой-то интерес от того, что сегодня происходило здесь. Спасибо, Иван, приятно. Да, мне тоже приятно. Особенно приятно видеть плюсы. Особенно приятно было видеть комментарии людей на почте про вот эту вот всю нездоровую тему с конкуренцией, вот, со всеми этими, со всей этой ерундой, которой я не хочу вообще касаться. Спасибо вам большое за поддержку и за то, что вы не отписываетесь от нас, когда много писем. За это тоже спасибо. Как сделать attach обратно? Что значит attach? Давайте на почту с этим вопросом. Я не понимаю, в чем вопрос. Detach. Сделал линию, все понял. Заходите в editable spline, который у вас получился. Там выделяете не сегмент, а этот прям, ну, то есть там есть точки, есть сегменты, а есть сплайн целиком. Выделяете этот сплайн, и там есть кнопочка detach внутри, в свойствах. Окей, все, на этом с вами прощаюсь. Увидимся с вами на тренинге. Кидаю еще раз ссылку на предоплату. И всем успехов, всем пока.